11 июля 2024 год. Все-таки выскажусь я по поводу Ахмадета, да, охрана материнства и детинства. В принципе, не собирался, потому что тут говорить. Разбомбили россияне роддом и для онкобольных детей больниц. Что тут удивительного? Я, в общем-то, от россиян ничего другого и не ожидал. Для меня ничего нового. Но тут меня как бы больше заботит то, что начинается на этом фоне опять разговоры, блин, про гребанное перемирие. Каждый раз, когда Путин, я это повторяю, блин, в 20-й раз, правда уже, по-моему, каждый раз, когда Путину, россиянам нужно перемирие, они к этому, они делают эскалацию. Наиболее уязвимые больные точки. Ну что может быть хуже для человека нормального, вменяемого, для Homo sapiens, понимаете, чем убийство онкобольных детей? То есть человек, люди целенаправленно на это давят. Ну, просто у них как-то это завязано на то, что мы после того, как украинцы там что-то, ну, сдадимся или захотим договариваться, прекращайте уже убивать наших детей, что ли. Ну, то есть они, видимо, на это, я вижу, что это, я бы не заводил об этом речь, но я вижу, что люди на это, ну, как бы их видно до того, это уже сердце им это разрывает, что они уже просто и готовы на это пойти, что ли. Вы больные, что ли? Это хуже Гитлера, вы понимаете? Если Гитлер там не считал там славян, евреев, там еще кого-то, цыган, блин, за людей, их относил их к животным, то этот знает, что мы такие же, он там одним народом нас называл, понимаете? Путин, россияне, это же не то, что это для того, чтобы Путин, блин, разбомбил этот Ахмадит, чтобы убить этих больных детей, этого двухгодовалого пацана, чтобы убить, блин, нафиг. Ему надо было эти ракеты создать, ему надо было летчиков этих послать. Они должны были согласиться и сделать это. И отстреляться, и отбомбиться, блин. И сейчас смотреть эти кадры, когда прилетает ракета, блин, нафиг взрывает, убивает этих людей. И эти просто, это не люди, я не знаю, кто это. Россияне это какие-то просто, я не знаю, их вывели, что ли, в какой-то ферме, блин, специальной. То есть они после этого рассказывают, а это не мы, а это там это случайно в роддом, случайно в Ахмадита, это же еще там 30 штук сбили этих ракет, блин, куда бы они еще попали. Вы гораздо хуже гитлеровцев, вы понимаете, что ли? Ну, то есть, вы понимаете, вы, если там во время Второй мировой войны те немцы не могли бы там говорить о том, что там мы не видели, мы не знали, это было там за забором, что-то коптила какая-то труба, и никто этого ничего не знал, что там людей сжигают нахрен заживо, блин. То вы сейчас это видите все на своих экранах, своими глазами. Вы не люди, вы просто какое-то, я не знаю, отродье. 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 Никаких переговоров, мы всех перебьем.